Матья Дешильон, номер второй, играет слева. Атака Джено сейчас. И удар по воротам первый. Вопросы о том, где должен играть тот или иной нападающий у Милана, остаются. Сейчас опасный момент пока у Джено. Этим своим трем. Нконг. И не удается его вывести Бертолаччи. Бертолаччи, Ньян в штрафной площади Милана. Правда, окружен он соперниками. Бьет на большее. Удар Ньянга явно не тянул. Перед он центр поля. Фальке ищет Ньянга. Передача. Ньянга один на один выйдет. Удар. И спасает Диего Лопе. Герой. Первых 15 минут уж точно. Ньянг вошел в штрафную. Один Рамини. Если бы не острый выпад Ньянга. И счет мог быть вполне уже 1-0, если бы не Диего Лопес. Черчи. Налево. Хороший пас Фальке. Фальке. Подключение Бертолаччи. Пределы створа ворот. Защитников возникать должно. Еще и когда такие провалы при выходе из обороны в атаку. Ньянг. Численное преимущество сейчас у Дженуа. Опасно Бертолаччи. И вновь не полез, собственно, из-за Диего Лопеса. Но отметим в очередной раз. Черчи направо сместился. И теперь через центр готов идти. В отсутствие предложений бьет сам. Ворот. Но лучше было перевести его на угловой. Свое место на поле. Он сейчас перепутал. Жестко, может быть, даже опасно, но все-таки Яго Фальке идет. Это Бертолаччи идет и забивает Бертолаччи. С чего началось? Вот не сейчас, надо это смотреть. Почему-то в таких отчаянных подкатах центральные защитники вынуждены стелиться. А где они были до этого? Где был один Рами, чтобы спокойно? Фальке и Ринкон забежал. Вариантов моря. Фальке смещается в центр под левую ногу. Удар по воротам. Сердце-то ёкнуло у болельщиков Милана, безусловно. Нырял. Площади. Тино Коста. Первый мяч за Дженуа. Яго Фальке накрутил Абате. Сделал передачу. Там не 11-метровую отметку. Там метров с 9 бил Диего Тино Коста. Катит мяч вдоль линии штрафной площади. Коста никто не встречает. Коста блестящ! Как натужно Милан доходит до чужих ворот. Как тяжело убедиться на каком-нибудь трудном плане. Но пока Бонавентура. Бонавентура очень здорово входит в штрафную. Прострел. И ох, как здорово играет. Потрясающе сработал на ленточке. Перевел мяч на угловой. И разыграли игроки Милана. Черчи под удар. Ох, какой гол! Уронов как-то через себя. Ну, не с этой позиции, а вот чуть-чуть дальше от центра он засадил. И теперь Бертолаччи, Ньянг. Опять возле Ньянга никого. И Миксес готовится его встречать только на линии штрафной. А Ньянг выиграть у него великолепно. Фальке сейчас вывели на свободное место. Куцка. Удар. Деликатный пас. Это даже скидка была под удар Дешильо. Но Дешильо не дотянулся. Теперь оголил свой фланг, по которому ту карточку. На желтую карточку. Сфалил сейчас Филипп Миксес. И становится она для него. А, Минес. Кого удалять-то надо было? То есть посчитал судья, что не Миксес был виновником падения. Но теперь может в очередной раз реализовать численное большинство в атаке. Фальке. Против него Миксес. Раненый Миксес. И расстрел Диего. Такой ли Милан нужен в футбольной Европе? Сетка ворот Диего Лопеса непонятно абсолютно. Может быть сейчас. Куцка. Пенальти. Можно там спорить. Успел, не успел. Да, пенальти. Фальке. 3-1. Более болезненного поражения придумать, наверное.